и вот так простукивать 40 ударов. Потом мы засыпаем второй слой. Слой за слоем сотрудники лаборатории Минтранса исследуют пробы песка, которые используют при строительстве крупных дорожных объектов. Задача специалистов – контролировать плотность и влажность грунта. Также в лаборатории проверяют асфальтобетонную смесь на устойчивость к образованию колеи. В помощь проверяющим специальная установка, в которую помещают пробы. 10 тысяч проходов выполняется при температуре 60 градусов Цельсия. Примерно 4 часа, не примерно, 4 часа термостатируется при температуре 60 градусов Цельсия и примерно проходит 6 часов на испытание. Лаборатория Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области работает круглый год. В зимний сезон дорожные работы не прекращаются. Возводится насыпи земляного полотна для дальнейшего строительства дорог, реконструкции мостов. Сейчас проверяют пробы, которые взяты с двух объектов, которые возводят по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги – Фрунзенского мостового перехода и автодороги Тольятти-Ягодная. Качество грунта оценивается на соответствие требованиям ГОСТа. Лаборатория испытывает разные строительные материалы, которые входят в состав асфальтобетонную смесь. То есть это щебень, песок из отсева дробления, минеральный порошок, вяжущие материалы, которые входят в состав асфальтобетонной смеси. Сейчас ведется подготовка к новому дорожному сезону. У подрядных организаций, с которыми заключен государственный контракт, проверяются строительные материалы, которые они будут использовать в дорожных работах в 2021 году. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.